Валах. Салам, ребята. Только что приехал с Астрахани. Признайся, отец твой. Ну, не отец. Ну, а чего, говорят? Племянник. Я? А вот по сути, ребят. Надушился. Это все ложь, как говорится, провокация. Это просто мой самый лучший приятель. Ты не плюсь. После Женьки. После Женьки это мой лучший приятель. Второй. Так что там ему дал? Да это раки. Я просто не буду. Ну правда, они просто испортятся. Можешь себя рыбы нажарить. Ребят, кстати, скоро поедем на рыбалочку. А, на рыбалку, да? Да, поедем на рыбалочку на Карпал. Че, натушился? Че от меня? Дим, че от меня? Че не так опять, Дим? На, лопай, скотина. Ребят, вы думаете, что я там делаю? Я не дрочу, ребят. Я никогда в жизни не дрочу. Опа, есть, открыл. А почему на улице я открываю плохо, она все бежит. Ну давайте, ребят, за ваше здоровье. Ну, как убедились, это я, Андрюха. Да. Который с вами встретился ровно 6 лет назад, летом. Все началось с Женьки, ребят, с меня. А потом. Ты уже у меня старенький, ёптой. Я уже, ребят, старенький, лысенький. Побрился хоть вчера. А я тебя люблю и тебя, да ведь? Ребят, я не знаю, кто меня любит. Но бабы любят. Кто меня любит? Ну, бабы это соответственно меня любят. Ну, я Диму считаю, ну, лучшим приятелем после Женьки. Ребят, давайте Женьку помянем. В июле месяце. Ой, вы с дядей разговаривали, что ли, у вас в этом-то? Я ни с кем не сговариваюсь. Я сговариваюсь сам с собой. Я не могу их, сука, оставить. Вчера я так нахуй. Ну, не буду матом у нас. Вчера так я выпил хорошо вообще. Я видел, что ты здесь перед домом. Как ее? Этот, как она растет? Фиолетовый там, сначала. Не растет, я перевел. Да на дерево ты не залез, ёб твою мать. Ты поссал-то, а потом пошел на дерево залез. Вот, Дим, не ври, а. Я вообще тут не ссал никогда в жизни. Да не тут, я говорю, вон там. А, вот где? Вон там, ёб твою мать, вон там. А, ну правильно. Потом идешь. Из-за дерева я же не буду возле подъезда. Вчера всего у меня было, ребят, 100 рублей, а налопался как будто на 1000. Где нахожу? Не знаю, ребят, вот где я нахожу? Подхожу, ребята к Пятерочке подъезжают, может там мне дают. Че мне говорят, Диман тебе не платит, что ли? Как, платит. Да не плачу я тебе, что ты... Не платишь? Нет, Димка мне Серый, не ты молодец, слил сил терпеть. Да нет, да нормально я ко всем отношусь. Просто у меня тоже это заморочки в голове свои. На эпик хватит, там этот пойдешь с быком. Ну как вот с этим спокойным Серегой с Кишкоблудом. Если позовут нас. Спокойно, что-то ну, Серега Кишкобуд, с кем ты дрался? Ну, ел. Ну, умер. Да, умер, поминали. А, ребят, кстати. А если позову, там, короче, мешок. Что мешок? Ну, такой же он высокий. А? Бык, там, бык. Какой-то парень, я его не знаю. Ну, не парень, мужик, так твоего же возраста. Ну, конечно. Попробую. Пойдешь? Вот, смотри. Где вот, допустим... Я думаю, дешевить не будем. Ну, 1150 заплатят, поедем, да? На полтинник мне, тебе сотка. Зачем ты? А как это зачем? Тебе 80, а не 70. Ой, Андрюк, представь. Ты куда мне такие деньги еще? Ну, матери. О, диван куплю. Который вынес недавно. Диван закажу, такси купит. Ну, да делать не в деньгах. Ты драться-то хоть будешь? Драться. Ну, от тебя хотя бы немножко, как бы... Да, подготовлюсь надо. Ну, маленько, да? Вот, ребят, я с Кишкоблудом когда вот ел туда-сюда, пойди на него. Вот был закодированный, ребят, так бы я победил. Я был закодированный. Ага. Если бы под этим делом я был вот под этим делом, все было бы. Такие деньги, ребят, 100 тысяч. Да не в деньгах дело, ребят, просто, знаете. Болезнь у меня подняла, болезнь. Ебаный остеохондроз. А, кстати, ребят, что я вчера от ребят услышал? От Ёлы Павла услышал. Так, ты давай, тут это ваше личное, не рассказывай. Нет, чего? Почему? Это ты говорил. Я говорил? Что-то там футбол будем играть. А,
Копа, ну. Я здесь, а, ну да, да, да. Футбол там, вот. Да, да, да. Ребят, я очень люблю играть в футбол, я согласен. А в основном денежки дают женщины. Дают. Женщины? Мы, короче, подъехали, Андрюх такой подходит, такой, в шляпе своей, вот это. Когда, когда? Ну это было вот недавно, ёпта, когда тебе шляпу сняли, я же не вру, ёпта. Кто с меня шляпу? Ну, я не знаю, кто она тебе. Ну, ларька-то, ёп. Ну, вот Васильева с меня сняла панаму. Все будет моя будет. Еле забрал, ребят, там драка такая была. Расскажи, как возникла идея собирать бригаду, и как ты их нашел? Просто на улице. Ну, так и было, на улице. На остановке. Ну, Андрюха, да, на остановке. Меня на остановке нашел. Что, мол, ребят, не желайте там в этом искупаться в пруду. Я согласен. А мы это когда еще, когда у нас, я не помню. Копейки были, да. Ну это мелочные. Причем из копейки-то я говорю то, что с Гашком, когда мы шли. Да, с Гашком ты шел. Они да. Сидели. Я стоял, Женька черный. Женька, да. Вот от тебя сейчас нормально пахнет. Да. Я же говорю, выходим. Ребят, купил позавчера. Классный такой эколон ТТС. Ну, не важно, сколько он стоит, я не пожалел деньги. А что, раз, побрось, чик-чик. На улицу ухожу и даже голову туда-сюда. Панаму даже свою, панаму даже. Немножко капну. Ну, некрасиво. Ребят, некрасиво вот так вот, чтобы мужик ходил, да, от него собачатиной пахло. Некрасиво. Плесень вот это. Андрюха, а ты в мясо был, когда шторкой подтерся? Ой, я аж выплюнул. Лёха, спасибо за донат. Давай не пиши таких гадостей, не надо. Ну, виноват, ладно. У меня там родственники в Саратове, сестра живет. Я в Саратове, кстати, отец служил. Саратов красивый город, ребят. Да? Конечно, я был проездом. Да где ты только уж не был? Чего? У меня там сестра живет в Саратове, племянница. А тебе в Тамбов надо? А кто у тебя в Тамбове? Отец жил. А в Казахстане? В Казахстане я жил. У вас что, вот так вот просто на вас? Ребят, я знаю всю Россию, я везде. Ты приешься вон? Ну, я тоже немножко. Не, я не пью. Ребят, я был в России, я был во всех городах. Был, в Самаре был. Ну, в Самаре. Ну, я так, на вокзалах. Ага. Где? На вокзалах. Они, короче, раз... Поездом проезжал. Они, короче, раз со службы, короче, ехал. Когда, помнишь, что мне рассказывал? Был. В это... Я, говорит, сплю. Ханты-Мансийский был. Да. Типа, когда ты ехал? Да, летел. На поезде летел? Летел. Сам летел сначала с этого. А точнее я летел с Алихарда. Летел с Алихарда, залетели потом в Ханты-Мансийск. Ну, пересадка у меня была. А что, воинский билет я ничего не платил? У каждого человека, что у дяди Юры, что у него, что у Васьки, что у Ёлы-Палы, что у Станюги, что у Гашика, что у меня, своя мысль. Вот мы вместе, ребят, 6 лет. У нас не было никаких там противоречий. Никогда. Мы дружная бригада, дружная. А то, что там вы там пишете, наговариваете, это неправда. Никто никому не подсказывает ничего. У каждого своя мысль. Правильная мысль. Реальная. Андрей, ты говоришь, все люди хорошие, ты их оскорбить не можешь. А мать свою кровь родную ты оскорбляешь и доводишь. Ну, было дело, да, было дело. Но я извинялся. Я извинялся. У нас сейчас все четко. Я извинялся. Правильно, мать она родная. Пусть она меня оскорбляет. Ну, ребят, все, я извиняюсь перед этим. Я чуть не плакал. На колени встал, мамочка, прости. Вот ребята приезжали даже как-то. Натали? Да, помнишь, гостиницу капусту там в банке? Помнишь, как приводили? Ребят, вчера сижу на остановке, и тут два парня. Один так на меня смотрит. Ну, я сижу на остановке, ну, отдыхаю. Здорово, блогер, на меня говорит. Это не я был. Ну, я местный мужик, здорово, блогер. Я так, я ничего ему не сказал. И девушка такая тоже стоит, курит там возле остановки. На меня посмотрела. И улыбается. Я в бригаде блогер. Но я не блогер. Серый, ты поправился.
Андрюха, тебе респект. Якутии привет, спасибо. Не, ну, вообще. Ну, маленько-то. Ну, я как бы. Ну. Спасибо, спасибо. Тебе тоже респект. Якутии, не, ну, привет. Да. Ну, и, блин, я как бы. Слов этом... нету. Вот это уважаю. Уважение. Это знаешь, как. Этот. Слов нету. У меня вообще нет их. А у тебя? А у меня. Есть слова? У меня нету. Нету слов, ребят. А у меня почему? Уважение. Давай ты слово, я два. Вот это. Во. Я слово. И ты давай.